Александр Ковшун. Родился 4 июня. Успешный актер и режиссер. Не первый год служит в Харьковском ТЮЗе главным режиссером. В детских спектаклях избегает моралите. Добрый пример куда лучше. Александр Николаевич причисляет себя к режиссерам-авангардистам и уверяет, что любит рисковать. Осудить? Вам? Конечно, по спектаклям в его постановке. Добро пожаловать в Харьковский театр для детей и юношества. Улица Полтавский шлях, 18. Заказ билетов по телефону 712-02-65.